К Саратову присоединяются сразу. Да, слава богу. Да. Что да. положительного, на ваш взгляд? Ну, это близкий может Саратов, транс... удобно транс... очень. С транспортом связано будет. Очень долго ждать, ага. Более цивильнее, там, близко, удобно Саратов, чем Татищ. Может быть, в это внимание обратят руководящие органы. Так что... Отрицательные что-то есть? Нет. Отрицательные нет, все пока ничего не скажешь. Мы ждем все, чтобы было хорошо. Самое главное, чтобы, да. Ждем. А почему? Что вот такие плюсы? Нам говорят про здравоохранение. Вы сейчас где лечитесь? Куда вам приходится ездить? Больше всего в платное. А здесь есть что-то такое? Или вы в Саратове ездите? Почему? Вот у нас амбулатория. Говорят, в Татищево ездят. Татищево, да. Мы относимся к Татищеву. А присоединение к Саратову что даст? Ну, наверное, там как типа город, там более-менее условия, услуги, все прочее. То есть туда будете ездить, в Саратов? Наверное. Минусы какие-то? Ну, я не знаю, как не могу сразу сказать. Ну, то есть в основном положительно. Ну да, так говорят, все так говорят. С транспортом, чтобы наладилась проблема, потому что у нас две газели всего ходят. Может быть, какой-то транспорт появится еще плюс к этому. Что еще? Может быть, как-то, я не знаю, если нас присоединят к Саратову управляющей компании, может быть, денег будут побольше выделять, дома нам, видите, какие деньги у нас страшные. Деньги надо зарабатывать. Замолчи. Это как ее, вы видите, какие у нас тут все, ремонты поделать нам, дома покрасить, там все что-то. Мы же к «Газпрому» раньше относились, «Газпром» это все построил. Ну ты еще не жила здесь, а сейчас... я-то жил коренной. Ну, короче говоря, чтобы лучше было. Вот. Что еще? Не знаю, дороги вроде нам сделали. Что еще? Площадки детские есть. Для детей, может быть, что-то лучше будет. Нам детям заняться негде. У нас детей, не... кроме школы и клуба маленького, который, ничего больше нет. Меня интересует, допустим, поликлиника. Мы же ездим в Татищево. Будем ли мы ездить туда или в другое место? Ну и хотелось бы, чтобы здесь у нас все глухало. Если к Саратову, видите, у нас дорога-то вот здесь... Вода всегда стоит. Ну, мы смотрим, ну, вот тротуары сделали. Это сделали с капитального ремонта, что мы оплачиваем. Вот а сейчас дорогу? Ремонт. А это федеральные должны делать. Ну, надеюсь, дождемся, когда это будут делать. Какие-то минусы присоединения к городу есть? Ну, я не знаю, наверное, то же самое будет. Но минус единственный свет у нас, мы платим 3 с чем-то, а будет 4 с чем-то. У вас тут дешевле получается? Ну, только свет, по-моему. А вода у нас намного дороже Саратова. Я не знаю сейчас, сколько у них там. А так у нас всегда она дороже, вода. Горячей воды у нас нет. Только она у нас зимой, когда отопление. Летом у нас ее нет, воды. И зимой-то она до 5-го этажа к нам не доходит, горячая. Ну, посмотрим, в этом году меняли у нас стояк, там меняли, может быть, будет горячая вода.